Am 19. März 1945 wird nachstehend genannte Person erschossen. Alexander Gatschnik, geboren 7. März 1917, Sänger, Marburger Straße 14, Laibach. Diese Person hat sich als Mitglied der Banden an diesem Verbrechen beteiligt. Er hat durch Geldspenden und Beherbergung von Banditen... Наш и спросил тебя, отчего в глазах твоих печаль? Ты опять молчишь, только ветер с крыш гонит заснеженный февраль. День настал, наш и спросил тебя, кто отец мой? Мама, расскажи, ты опять вздохнешь и груди прижмешь сына, что вырос без меня. Время не лечит, мысли рвутся вспять, мне б твои плечи снова согревать. Счастлив, как будто и мечтой храним, хоть на минуту снова стать твоим. Пусть наши дни нам не вернуть назад, но я прошу, позволь мне досказать. День настал наш и спросил тебя, твоих печаль. Ты опять молчишь, только ветер с крыш гонит заснеженный февраль. Что мне осталось, я виновен сам, только бродить за вами по пятам, смотреть, как за руку ты с ним идешь. О, как он сильно на меня похож. Пусть наши дни нам не вернуть назад, но я прошу, позволь мне досказать. Durch Geldspenden und Beherbergung von Banditen diesem Gesindel seine Untaten ermöglicht. Wer den Banditen hilft, ist selbst ein Bandit. Wer nicht jede Spur staatsfeindlicher Tätigkeit der Polizei anzeigt, hilft den Banden. Die Schuldigen werden so lange ohne Gnade erschossen werden, bis der letzte Bandit ausgerottet ist. Stillgestanden! Das Gewehr, laden!
Schau dir diesen Banditen an. Но я прошу, позволь мне досказать.